Начинаем выпуск мы с погоды, которая сегодня неприятно удивила иркутян. Она не просто испортила настроение горожанам, но и сковала столицу области многокилометровыми пробками. Как-то не ждали люди, в середине сентября мокрый снег. Осыпал он практически всю первую половину дня. В итоге стояли центр города и основные улицы Левобережья. И стояли это не оборот речи, а факт. Скорость движения не превышала 5-7 км в час. Кое-где не обошлось без аварии. Так не повезло не только Иркутску. Непогода разгулялась практически по всей области. На загородных трассах ввели режим повышенной готовности. Это значит, что дорожники там будут дежурить круглосуточно. Для тех, кто от подобных новостей впал в уныние, сообщим. Отчаиваться не стоит. Этот снег лишь первый укол предстоящей зимы. Погода наладится уже к выходным, по крайней мере в Иркутске. Причем до такой степени, что, к примеру, в воскресенье будет до 20 градусов тепла. В части районов установился временный снежный покров от 1 до 4 сантиметров. В первой половине сентября такое явление нечастое. В ближайшие сутки уже ожидаем на юге области улучшение погодных условий, прекращение осадков. На остальной части территории погода сохранит свой неустойчивый характер. Будут отмечаться осадки. Более того, синоптики обещают заморозки, и этот факт расстраивает в первую очередь аграриев. Они боятся за картошку. Мало того, что из мокрой земли ее сложно выкапывать, так еще и мороз может попортить корнеплоды. В итоге овощи будут непригодны для хранения. А ведь почти две трети картошки пока еще не убрано. Меньше опасений за зерновые. Среди них тоже возможны потери, но не столь критичные.